Желание помогать другим объединило более 500 активистов волонтерского движения на ежегодном 5-м студенческом образовательном форуме 2018. Участники приехали из 20 регионов России. Смена «Я доброволец» проходит в Верхнеуслонском районе Татарстана с 21 по 25 августа. Среди добровольцев более 20 студентов Казанского федерального университета. Я сама добровольец, я сама волонтер. И мой путь волонтерства вот начался как раз с подготовки к универсиаде, то есть это был 2012 год. В качестве организатора можешь что-то новое преподнести, рассказать волонтерам, которые только находятся на их, так сказать, волонтерском пути. Ну, вот, действительно рассказать, как это было. И рассказать, какие проекты нас будут ждать впереди. Студенческий образовательный форум проводится с 2014 года при поддержке президента Татарстана Рустама Миниханова. А смена «Я доброволец» Универсиада 2013 «Наследие» посвящена 5-летию проведения Универсиады 2013 года в Казани и волонтерскому движению как главному наследию игр. Смена объединила добровольцев всех направлений – событийного и социального волонтерства, волонтеры-экологи и медики, волонтеры-победы, волонтеры в сфере культуры. Здесь, на форуме, студенты открыты для общения и обмена идеями. Для них проходят мастер-классы, тренинги и дискуссии с организаторами добровольческой деятельности. Все участники получат знания и обретут необходимые навыки, которые помогут им в реализации новых проектов. Анна Глазунова, Универньюз.